Сотрудники Управления уголовного розыска МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали участников группы, подозреваемых в совершении разбойного нападения на своих же родственников. Установлено, что злоумышленники в вечернее время незаконно проникли в частное домовладение, расположенное в деревне Коробово. Угрожая ножом и применяя физическую силу, они похитили у супружеской пары более 360 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылись. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались четверо уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте от 19 до 24 лет. Двое задержанных пояснили, что потерпевший мужчина является их родственником, который не заплатил им за работу, связанную с отделкой помещения. Должен был человек, не избили. А что должен был вам человек? Деньги. Он вам не отдавал денег, и вы его избили? Не то, что отдавал, он просто, мы работали там, короче, и он не отдавал. А где вы работали? На стройке. По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Фигурантом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.